Память погибших в Беслане почтили в Москве. У памятника жертвам терроризма прошел траурный митинг. После минуты молчания там прозвенел школьный звонок. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу. Среди тех, кто принял участие в этой акции, были и несколько жителей Беслана. Мы скорбим семьям погибших, скорбим друзьям погибших. Мы говорим о том, что мы ничего не забыли и ничего не простим. В то же время следует сказать, что у терроризма сегодня, как мы видим в свете последних терактов, нет национальности, нет гражданства. И это общая человеческая проблема, общемировая. И всем нам нужно быть более внимательным, более бдительными, и чтобы в дальнейшем предотвратить подобные теракты.